Блин, капец, оно опасно. Ребята, оно идет прямо сюда! Нет, пожалуйста, нет! Всем привет, дорогие друзья, и вы на канале Funny Family Games TV или просто FFG TV. Я только что включил новый режим выживания при торнадо. Это новый режим появился в Roblox совершенно недавно. Я никогда в него не играл, играю первый раз. И вот прямо сейчас появляется новая карта, где мы будем с вами пытаться выживать при сильном ветре, урагане и, конечно же, торнадо. Честно говоря, я даже не обучался, не играл, я вот просто сходу сразу начал с вами первый раз пытаться выживать при торнадо. Не знаю даже, что будет. Так, тут какая-то бензоправка, значит, там у нас завод. Надо же, наверное, все-таки повыше забраться, чтобы выжить. Поэтому пойдемте попытаемся залезть на крышу. Торнадо уже начнется через примерно 30 секунд. Мы не можем внутрь здания пролезть, поэтому нам только остается что делать, что? Ух ты, вот есть вход, давай попробуем зайти с тобой. Я не знаю, какое будет мощное, слабое торнадо, но, наверное, внутри будет укрыться самым верным способом, вы слышите? О май гуднес, что это за звуки? Обалдеть, как резко все поменялось. Посмотри, какая погода стала. Надвигается шторм, написано. А выходить можно на улицу? Hello? Пока вроде тихо на улице. Мне интересно, я пойду, пройду, посмотрю, что сзади здания. Что? Что это за звуки? Я пойду обратно. Блин, че такое, а? Мне не нравится все это. What the? Капец! Чувак, по-моему, нам надо бежать отсюда. Это какой-то не торнадо, это целый вулкан. Оно от себя какие-то огни прям ту-ту-ту летят. Смотрите, оно все там, по-моему, сносит на своем пути. А, там бензоправка была, поэтому все горит. Она бензоправку все снесла, все начало гореть. Так, ну мы пока в здании с чуваком, мы пока остаемся в живых. И это хорошая новость, друзья, потому что нам нужно именно в этой игре... Господи, что такое? Пол здания тут уже снесло, заболтался я. Нужно в этой игре обязательно выжить. Это миссия, это главная цель. У нас снесло половина здания. Я боюсь, что нам небезопасно в нем оставаться, поэтому лучше сбежать куда-нибудь в другое место. Вот только куда? Я думаю, что здесь везде небезопасно. Блин, повсюду огонь, повсюду ветер. 20 секунд остается, друзья, чтобы выжить. Может быть, под этой крышей, вот знаете, я вот так скроюсь. О. А, вот где все. Ребят, всем привет. 2 секунды, друзья. Нам удалось. И я занял первое место сразу же. Крутяк. Даже можно станцевать. Щибери-папап, щибери-папапапап. Так, ну ладно, хорош плясать, хорош веселиться, потому что нам предстоит что? Нам предстоит следующая миссия, и, наверное, следующая карта будет абсолютно новой. Какую выберут ребята и, конечно же, я. Что-то мне хочется какой-то город. Вот, давайте проголосуем за эту карту. Что, уже начинается миссия так быстро? Фух, я не успел прям отдышаться, хочу я вам сказать. Американская военная база. И здесь тоже будет торнадо. Так, времени мало. Нам нужно быстро где-то спрятаться, чтобы скрыться от торнадо. Нам ровно дают на это 1 минуту, всего лишь 1 минуту, чтобы найти убежище и где-то затаиться. Эх, был бы какой-нибудь, знаете, подземный бункер там, залез в него, сиди себе спокойно, хоть бомбы скидывайте, мне ничего не будет. Но нет, здесь такого нету, поэтому предстоит найти что-то такое более безопасное. Ну, даже не знаю, что. Может быть, в этом гараже? Или что это? Какой-то ангар непонятный. Куда? Куда идти? Куда податься? 15 секунд! Нет! А, я не буду искать! Я спрячусь здесь! Блин, знаете, такие звуки еще... Как будто сердце бьется. Надвигается шторм, люди! Будьте осторожны! Да, мы видим, что надвигается шторм, что портится погода. Ой, девочка, мне кажется, зря ты наверх залезла. Тут что-то есть, тут ничего нет. Я не буду здесь прятаться. Ну что, прям с этого здания, где я хотел прятаться? Обалдеть! Нет! Куда меня подкинул? Я не выжил! Вы видели? Вы видели? Я собирался спрятаться в этом здании!
И тут смотрю, появляется прямо на этом месте торнадо. Давай бежать, катить отсюда. И оно как закрутило меня, как подкинуло, швырануло. Короче, я продержался там буквально пару секунд. Я не сумел выжить. Друзья мои, печальная новость. Но и есть хорошая новость. Дело в том, что я прямо сейчас появился снова на этой карте, где происходит какое-то безумие. Во-во-во-во-во-во, уйди отсюда, уйди отсюда, нет! Да ты чё? Нет! Чё-то меня там завертело, запыхтело. Я прям внутрь торнадо попал. Ну-ка, давайте еще раз. А, тут их целых два, ничего себе! Чувак, а ты чё не прячешься? Стоишь тут себе. А, ни одного выжившего. В принципе, тогда я не расстроен. Все хорошо. Итак, друзья, переходим к новой карте. И это, наконец-то, город, который я хотел раньше выбрать. Здесь стоит какой-то более нормальный режим. Я так понимаю, не слишком сложный, потому что все время режимы меняются. Все время. И у нас ровно минута, чтобы спрятаться. А тут. Тут даже не знаешь, куда прятаться. Интересно, есть ли тут какой-нибудь дом, у которого есть бункер? Ну или... Ой, даже новости. Смотрите, по новостям тут передают, что будет торнадо. 40 секунд. Двухэтажный дом. Одноэтажный дом. Что выбрать, друзья? Как вы думаете? Напишите в комментариях. Куда бы вы спрятались? Как вы считаете, где безопаснее всего? Попробуем в двухэтажном доме. Как вам такая идея? Вот вообще сядем и будем новости смотреть. Мы вообще, знаете, мы ничего не знаем. Мы живем в своем доме, наслаждаемся. Посмотрю новостишки. Пиу-пиу, что там у нас идет? Желтых человечков показывают. Ничего себе, как интересно. Ой, а что так потемнело на улице? Пойду выгляну в окно, что там у нас? Кажется, дождь что ли ожидается? Ничего себе, как небо все. А я только хотел в магазин выйти. Придется зонтик с собой взять. Ладно, возьму-ка зонтик из шкафчика. Чик-чик-чик. Беру зонтик. На-на-на-на. Так, ладно, пойду в магазинчик, прогуляюсь. Тра-та-та, вон магазинчик. Ой-ой-ой, пора валить домой, что-то мне это не нравится. Магазинчик сегодня отменяется. Ой-ой, что-то у соседа там происходит. Ой-ой, кажется, это идет ко мне! Нет, 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 нет! Ух, оно сменило траекторию. Погуляли, посидели дома, посмотрели новостишки. Боженьки ты мой, как от него прятаться? Ой, чуть ли елкой не прибила меня. Такая бандура летела, ой. Господи, чуть ли дом не свалился на меня. Куда деваться? Куда вообще бежать? Помогите, сосед! Да, через забор твой перепрыгну. Спасибо тебе большое. Оно идет сюда. Нет, пожалуйста, прошу, не надо. Что оно все время? Такое ощущение, что оно прям за мной движется, преследует все время меня, это торнадо. Хоть бы нам удалось выжить. Пожалуйста. Воу-воу-воу. Так, побегу куда-нибудь. Я побегу куда-нибудь, скроюсь. 15 секунд нам остается, чтобы выжить. Ой, вот мой телевизор валяется. По нему по-прежнему идут желтые человечки. Что за безумие? Господи, сколько же придется теперь город восстанавливать? 3 секунды, и мы выживем. Да, одна есть! Я снова на первом месте! И тут всего лишь 3 выживших человека, 3 выживших Роблокса. Да, было непросто, реально. Я прям сразу опасался, когда он на меня двигался. Я давай текать от него, убегать. Но мы выжили, друзья, и за это нужно поставить лайк обязательно. Круто, круто, тень. Я не знаю, что это, то ли морской порт, то ли маяк. Сейчас мы с вами посмотрим. Но написано, что здесь будет супер опасный шторм. Побаиваюсь уже. Так, где мы с вами находимся? Давайте разберемся. Вот там виден маяк. Мы все идем сюда в надежде выжить, но возможно... Возможно, наша миссия будет проваленной. Обалдеть, какой он здоровый! Если до этого были маленькие какие-то такие две там, то это одна супер гигантская. Блин, капец, оно опасно. Ребята, оно идет прямо сюда! Нет, пожалуйста, нет! Но я попробую еще раз. Я хочу появиться на этой карте. Да ну что, он опять движется за мной. Уйди отсюда. Уйди отсюда. Ну, очень мало, да. Ну, там, может быть, двое-трое пока живые еще, ребята. Это уже второй раз, кто появился. Второй раз, кто появляется, не считается. 3, 2, 1. Торнадо, заканчивайся. Все.
А, нет, смотрите, раз, два, три, четыре, пять игроков выжило. Молодцы, ребята. Друзья, ну что, вот такой у нас был сегодня прикольный, хотел назвать остров выживания, но это выживание с торнадо. Ставьте лайк, кому понравился этот режим, подписывайтесь на канал Funny Family Games TV. Вам хорошего настроения и, конечно же, удачи!